Абонсы савар сыду эстер резонансы взарын котта ахсан адам салдар ахастуны бададжы санан издинадан зиян ра коттуй. Ива юдзилун масун информацион фарасты развалгау информаций мегаска у дунса тугдадзин та алык коттуй амасты уазза уаварым. Фалафаста дар кудра барагафтамай ахастат та сенан издинадан ахам эстер зиян нирхастуй. Наисан курт фенбалд ахастуны хистарима. Аманын уэй вара хайрадзар та асы котта джафадыл. Сотрудник так не хистасты бэмэ. Подозреваемый Чиухави сопротивление Ратта Нефенда Дисаме, телефон Раттайт, но временно исполняющий следственный изолятор Чиухави на Цавта. Ну, в этот раз им откуда-то салдер телефона, фэлэ керумэ неба вахту Исаме, обисковый мероприятие, так как он был явта вахтой. Хавид хэсты, исэн договор им ведемэ, с подзишканэ кутту и рцедэстэмэ, керумэ вахтом. Обисковые мероприятия. Абонта, значит, утренний подъем садикалуне, подъем дер, утренняя проверка, мы завтрак. Дер не рахастесте, завтрак мы комесе ракуттайку и радустайку, не себа фенда диветтер. Уйраз мы дерсен бамбар хутан, салдер хатты, что не мэнгэ коме хизуэ. Иснем столове, сопротивление раттой удар, мы секухта алек куттой. Заказат куттой медицинский помощ, республиканский больница мы дар, а куттам салдер адимага. Мы алуи фесте, после оказания помощи, фесте месе рва куттам, ахэм опаснет нисене, данный момент. Ива ли мы больница мы хсез адимага с куттам, мы и не там там бы надо заказать куттам. Кэцэл кэмэдэрте сарабингат хэвэдэй кэмэдэртвэдэ. Не мега расследование себе, есть информация. Я думаю, что с установить хендзестем, идем до чихоста, с телефона, чиса на хоскута. У меня проверка себе, але сотрудник дар проверка кенец. Идем не проверка има, дима дар не хиза. Я думаю, что результаты ведзени, не се с наказат хендзестем, ходим дарот. Ахастуны доктор Маргита Георги информации мегаска сак ухтачиялык котта уэдунан садсардан тассаг навыд. Аваст ятайсын бакундырсыд анаман кавак медицинуны хыз. Хусарирыстуны генералум прокуратура рывналттар мэджэта ахырканын мэм. Кацэта арастырсыдысты оперативун фадагуран мазалтта аадзыны хатсактам гаскам. Генералум прокурор радзыртта алсы хабар ахастаттай чиз сырын котта. То, что касается этого осужденного, сейчас он под следствием. Да, за совершение разбойного нападения на женщину. То есть это вдвоем, ну, все слышали на улице Целинников, это месяца 2-3 назад, когда они пришли к человеку в дом, да, избили рукояткой пистолета беззащитную женщину там по голове и все остальное, отобрали там деньги и благополучно пытались скрыться. Нам удалось установить место их нахождения, задержать и привлечь к ответственности. Автомобаны санкутта асыкутта кайрайдытта ахастаттам планун баскарстыты растаджа мобилун телефон такай сарттой уэйтэхай. Аца телефон тез бира информации аманныр барат қаққана гургантан фадат фазынд фыдганжыты куртты архайдан карун сканын. Тот телефон, из-за которого разгорелся весь этот скандал, инцидент, он действительно представлял собой для нас очень большую оперативную и информационную ценность. Благодаря вот этим телефонам, там не один только телефон, там телефонов больше 15 уже телефонов, да, с которыми мы проводим работу. И я думаю, что во многих непонятных пока до сегодняшнего дня для нас ситуациях мы сейчас внесем ясность, и конкретные люди понесут наказание. Предполагается еще и задержание, и аресты. И возбуждение новых уголовных дел, естественно. Генералом прокурор Макотфе Кусенкотта автомай ахастуны кушши тайсам телефон тачи бахаста водундар барак цавэнс. Удонал бакондырсавзэста уголовун куттаджэтам. В законе все четко прописано. Да, и все четко указано, что они могут при себе иметь, будучи находясь, отбывая наказание или находясь на территории исправительной колонии.
на территории исправительной колонии, когда люди, сами сотрудники туда заходят, они тоже не имеют права иметь при себе мобильные устройства или мобильные телефоны. Тем более, они не должны быть у осужденных. Каким образом они там оказались, с этим вопросом мы тоже разбираемся. Да, и конкретные лица, я думаю, что понесут наказание. Вплоть до возбуждения уголовных дел. Отцы инцидента Фадел Якуда Тазахта Пацахода Саргалавагдар Абун Библ Танатолий Фембелт Охастаттен Йорджета Амам Гарттима. Менен дохтур шазахта. Конкретно семя чукаста удун шазахта. Умага скажем. Фактически венатен легник хамани. Значит, легисты сашарахта алакуттуй. Вот, командир джалаги шедак капиллярта. Это официальная информация. Правильная информация со слов врачей. Охстодай мактани Йорджетан Амамгарттан Пацахода Саргалавак Фекусен Кутто. Охастуны Уйрозмадсы Мозалтта Уохцед Ама Аппаттар Самайройдетто Уйфадыл. Силами сотрудников тюрьмы проводится плановое мероприятие по выявлению незаконных предметов в камерах осужденных. В одной камере, где сидит Кулумбеков, изъяли два телефона. Значит, заходит конвоир, а якобы базит то, что телефон, два телефона свистой. Вот алгитен ройдет то конвоир. Мамин шамо истот ма телефон, мамин куда истот ма телефон, шайтах хайкут, а ма конвоир шабет сарай. Соответственно, они прекратили эти мероприятия. Все собрались, больше до стихи, стерма зохтуй. Охам ситуация кое, ведом махом куске дарнал кенчестан. Конвоиры и те, которые там работают. У мевалдойма президент Бонусан Кутто зарга информации о мо охстодой мэкте кайфаноттуй уэй ростнау. Есть соглашение, совместный приказ. Руководителей силовых органов. Что если мероприятия такие будут происходить и будет неповиновение, то будут привлекаться сотрудники Министерства внутренних дел. Что было и сделано. Намгаса ничи не кайфакутто. Кухайдарсам ничи бовнатто. Ничи сам бовнатто. Ответственно я об этом говорю. Кулумбегов из подонкутто и карцера. На него, конечно же, будет возбуждено уголовное дело. За нападение на сотрудника при исполнении. Абун Райсум охастуны чибады удун нес розысты, а намангай ахастканын кайкавы уэцэ буны фатк ахастканынл. Афта нес ахаст куттуй афунл сыстын, Райсумы баскарст авадзын, ама афунл ахудан бахарыны фатк. Их заставили выйти не избиение, а физическая сила, которая позволила им выйти. То есть рохастуйся, выпроводили. После этого схэстэстэм адимны кэркутова даллэк чинау. И они хором вместе взяли, нанесли себе вот эти раны. Конечно, они глубокие. Конечно, мален сами кайфандады. Вита хайсанола кутту, шама ямалуй, наа. Чтобы создать ажиотаж. Мена охастуна сахина челха кутту, на кахта кутту. Это совершенно не так. Бонусонерцит зарга охастуна бунафат кхолыны бор никаманис. Есть порядок в тюрьме, как есть закон у нас в республике. Этот порядок должен быть соблюден. Без этого нормального, здорового общества здесь у нас в Южной Осетии не будет. Шохозан моверте шордесту, вина под экенем. Ремонт чесорстом. Кодумбе лофтеса, воверте стыху шофер шобун. У мевалдойма охстодай мактахиватта президент ма бахатадысты охастун мар витак кактаны мацфафыл дарканыны фадыл. Охастуны бодак кабыст Андрея хиватта та президент ма бахатадысты медицинуны хусын баканыны фадыл. Долканалевны феста менеджер уролога из отлучений дарис, что лапуя недействени дарис и урга, а мамале просто ш операция кавы, а мне наложен ч операция ма. Отвечаю на ваш вопрос. Недавно у меня была мама. Буквально несколько дней назад, я ей сказал, что то необходимое медицинское вмешательство, которое необходимо арестанту, оно будет оказано. Поручение данное по этому поводу.
Карун баттанымо президент Фидорай Бонусан Кутазахга республикаи закон амея алчидар кома хасткано. Сегодня на поводу преступников никто идти не будет и не собирается. Тедет Роза Кусрата Тамирлан Кусата Александр информацию на вахту абун.